fucking fight back. И всем привет, меня зовут Биг Бро, и сейчас, как вы видите, время в моем городе практически что 3 часа ночи. Так, это снова канал Муз ТВ, и сегодня я буду записывать второе видео прохождение игры Angry Neighbor в вертикальном виде в 3 часа ночи. Итак, повторно я объясню во время загрузки. А сейчас, чтобы доказать, что у меня действительно 3 часа ночи, я включу вот такой фонарь и направлю на свое окно. Как вы видите, сейчас там темно, потому что у меня действительно ночь. Вот. Сейчас выключу фонарь. Я открою окно, чтобы вы снова послушали звуки улицы. Так. Вот. Слушайте. Я даже включу еще вот так свет, чтобы было видно, что у меня действительно ночь. Вон там растет дерево, тут фонарь. Выключу, чтобы не мешать людям спать. Вот. Так. Знакомый вид, да? Холод. До улицы я буду, пожалуй, закрывать окно и приступать к записи прохождения игры в вертикальном виде. Итак, времени практически что 3 часа ночи, осталась 1 минута, вот, так что подождем немного, а я пока объясню, для чего я делаю повторную запись. Это чтобы проверить адаптивность игры, то есть вышло же обновление, и я хочу проверить, как игра будет вести себя, если ее как бы развернуть, поменять ее расположение, будет ли она там подвисать, будет ли вообще идти, как бы будет ли отображаться все кнопки. Вот, это прежде всего для этого я использую. Хочу записать повторное видео. Программу, ссылку на программу я оставлю в описании, а все остальное вы увидите по ходу видео. Сейчас дождаемся 1 минуты, как будет мне от 3 часа ночи. Заходим в программу. Сейчас она загрузится. И нажимаем самую первую кнопку. Называется она Portrait. На нее нажимаем. Сверху появляется вот такой значок. Вы его видите, сразу заметьте. Все. Игра у нас загрузилась. Нажимаем Angry Neighbor. Сейчас я добавлю звук. А он и так есть. Так. И у нас началась загрузка игры. Так. Вот так теперь выглядит катсцены, главное меню. Так, теперь здесь. Это уже дом соседа. Вот так выглядит главное меню. Такие маленькие кнопки. Но пока что игра идет. Меня это радует, что ничего не пропало, никуда ничего не съехало. Итак, вот мы появились в игре. Здесь сразу проезжает машина, дом соседа. Видим, что все кнопки на месте. Ничего никуда не пропало. А значит, что мы можем спокойно взять вещи и зайти в дом, в дом к нам. Так как теперь соседа не получится загнать на второй этаж, поэтому буду проходить все сам. Так, ключ на звуки не отображается, но это не помешает нам открыть дверь. Ложимся спать и идем в дом соседа. Он как раз, я вижу, пошел смотреть телевизор. Как раз неплохой шанс пробежать и активировать некоторые кнопки. Начну с дивана. Так, активирую диван.
и пойду активировать выключатель. Так, от одной проблемы мы уже меньше избавились. Теперь главное, чтобы сосед не заметил, взять вот две коробки и пробежать вот сюда. Так, сосед меня не заметил. Это нам на руку. Возьмем коробки, они у нас так отображаются. И будем брать золотой ключ. Будем брать золотой ключ. Так, вторая коробка. Она упала. И я упал. Так, главное, чтобы сосед меня не заметил и не поймал. Иначе будет не очень хорошо. Так. Но пока мне нравится, адаптивность хорошая у игры. То есть, несмотря на то, что... Да... Ай, снова упало. Сейчас меня с такими темпами сосед поймает. Пока я буду доставать золотой ключ. Немного неудобно, конечно, потому что кнопки стали маленькими. Намного меньше, чем были в прошлый раз. Если помните, то они раньше... Да, получилось. Если помните, то раньше инвентарь был практически что на весь экран. Теперь он находится внизу. Так. Возьмем золотой ключ. Так. Взяли золотой ключ. Будем спускаться вниз. Так, а забыл, что ключи не отображаются. Так, пробежим. Ай, сосед заметил меня. Блин, это плохо. Я-то думал, что он смотрит телевизор. Да и мой. Опять он меня заметил. Ладно, что-то мне не везет сегодня с записью. Angry Neighbor. Может, потому что я просто... Ладно, пока он пошел туда, я сгоняю за ломом, чтобы открыть доски в подвал. А лом отображается вон совсем немного. Его уголок. Так. Надеюсь, с соседом не встречусь. Нет. А он спит. Класс. Так, он спит. Пока он спит, я возьму золотой ключ. Надеюсь, он не проснется раньше времени и не попытается поймать меня. Как это было в прошлый раз. Очень на это надеюсь. Он еще спит. Все. Это мне на руку. Итак. Так, телек я выключу, он не мешает сосредоточиться. Теперь осталось только дождаться. Пока сосед уйдет куда-нибудь, и я спокойно схожу за ломом. А он сюда пошел. Плохо. Я думаю, что он пойдет на второй этаж. Давай лучше на второй этаж иди. На второй этаж пошел. Отлично. Он пошел на второй этаж. Это мне на руку. Я пошел за... Открыть ключ с этим. Точнее, открыть комнату с молотком, чтобы разбить стенку. Вот, для чего я пошел. Так, давай. Все же сосед придет. Нет, я успел. Это главное. Открыть. Берем. Немного неудобно, конечно, правда, придется привыкать уже. Я давно не практиковал. Так, берем лом. Надеюсь, сосед сзади не подойдет. Отлично.
И разбиваем стенку. Все. Игра проведена. Я рассчитывал, что пройду ее быстрее, но, как оказалось, из-за проблем с соседом, вот я ее проходил. Ну, в принципе, за 7 минут, ну, плюс-минус 1 минут на разговоры прошел. Ну вот, я и прошел игру Angry Neighbor в 3 часа ночи, как и обещал. Вот. Но на этом все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.